станице Убинской в минувшие выходные прошло открытое первенство Северского района по горному бегу «Движение вверх». Всего на праздник здорового образа жизни и спорта, который проходит 13-й раз, приехало более 250 человек. Возраст участников при этом составил от 5 до 68 лет. Перед началом соревнований для спортсменов провели разминку. У самых юных атлетов она прошла в игровой форме. Участников забега поприветствовала заместитель главы Северского района Марина Наумейко. Наш фестиваль традиционно называется «Движение вверх». И здесь, на этой поляне, собираются те, для которых спорт – это здоровый образ жизни. Это для взрослых большой пример маленьким, подрастающему поколению, что главное в жизни – это думать о победе, стремиться вперед. Как и всегда, география участников соревнования очень разнообразна. Здесь собрались представители разных уголков нашего края и гости издалека. Девятикратная чемпионка России среди ветеранов по горному бегу Антонина Васильева приехала на соревнования из Омска. Четвертый год приезжаю сюда на чемпионат, этап горного бега среди ветеранов. Мне здесь очень нравится обстановка, воздух и организация. Хочется сказать большое спасибо. Мы сегодня здесь, потому что это большое событие для нашего района, и грех его пропустить. Мы поддерживаем активный образ жизни и стараемся участвовать во всех спортивно-массовых соревнованиях нашего района. Спортсмены преодолели 6-километровую дистанцию. От подножия горы к самой вершине. Ребята до 14 лет бежали 3 километра, а для остальных поблажек не было. Быстрее всех покорить Собер удалось Ставрию Коляда. Он оказался на вершине за 31 минуту 29 секунд. Завершилось мероприятие традиционным розыгрышем призов от спонсоров и награждением победителей.